Держи, сынок, вручаю тебе это знание. Нам хотелось бы, чтобы детишки в этом с малых лет уже могли приобщаться к работе, к жизни, к быту, к тем задачам, которые и так далее. И могли осознанно уже выбрать для себя дальнейший путь в своей жизни. Ну и с другой стороны, мы хотим, чтобы наши дети росли патриотами нашего государства. И вот эти мероприятия, наше шефство, воспитание в этом классе будет носить, безусловно, патриотический характер.